Перевел и озвучил Джаст Илья. Хорошо, пусть зайдет следующий. Привет, представься, пожалуйста. Да, меня зовут Ричард Эванс. На какую роль ты пробуешься сегодня? Да, я пробуюсь на роль офицера Кей в «Бегущем по лезвию 2049». Хорошо. Итак, первая сцена. Это та, где ты идешь по заводу, где создают репликантов. Это странное и незнакомое место, сбивающее тебя с толку. Окей, я понял. Поехали. Хорошо, отлично, спасибо. Итак, следующая сцена. Так, посмотрим. О да, ты только что убил кого-то. Ты не уверен, человек ли это или репликант. Но мне нужно, чтобы ты реагировал соответственно. Хорошо? Готов? Хорошо. Поехали. Окей, отлично, спасибо. Как вам? Как? У меня получается? О, да, у вас отлично выходит. Отлично. Теперь, наша следующая сцена такова. Ты только что узнал какую-то поразительную правду. Страницы были вырваны из книги, что свидетельствует о том, что кто-то очень хочет что-то скрыть. Понял? Понял. И поехали. Окей, отлично, спасибо. Постарайся дальше моргать поменьше. Для последней сцены понадобится, чтобы ты был мокрым. Потому что в сцене идет дождь, и если ты не против, то мой ассистент Пабло намочит тебя. Без проблем. В этой сцене красивая девушка собирается тебя поцеловать. Она медленно подходит к тебе. Это момент, который ты так долго ждал. Понятно? Понятно, я понял. Понятно. Начинай мочить его, Пабло. И поехали. И отлично. Спасибо тебе, Рич. Так откуда ты, Рич? Из Л.А., Бёрбэнк, Санта-Моника, Лейквуд? Нет, я из Милуоки. А, фанат львов. Милуоки — это не Мичиган, это город. А, город, а. Да, знаешь, мне нравится Миннесота, там очень красиво. Это Милуоки, Висконсин. Ладно, спасибо, мы свяжемся с тобой. А, да, хорошо, да. Тебе вон туда, дверь там. Вы можете найти мне кого-нибудь менее харизматичного? Я всегда тебе говорила, ты не такой, как все. И спасибо за просмотр. Поставь лайк, если тоже ждешь «Бегущего по лезвию 2049». Ну или вообще даже можешь подписаться, если ты тут в первый, в конце концов, раз. Ну а также не забывай, что в описании есть ссылки на мои соцсети, например, на мою группу ВКонтакте.